Сегодня чудный солнечный день. Вся семья завтракает. Мама, папа, а что мы сегодня будем делать? Ого, Пеппа! Сегодня мы поедем в магазин игрушек. Ура, ура, магазин игрушек! Игрушки! Да, скорее доедайте и поедем. Хорошо, папочка. Ну вот, детишки, я уже поел. Сейчас пойду за машиной, а вы скорее доедайте. Ну все, я готов. Пеппа села в машину и Джордж сел. Ну все, мама-свинка, мы поехали. Хорошо, ребята, пока. А я пока приготовлю обед и поубираю здесь. Хорошо, мама-свинка. Поехали! Ну вот, мы приехали. Добрый день, миссис Крольчиха. Добрый день, папа-свин. Мы пришли сегодня к вам за игрушками. Чудесно! Выбирайте игрушки, которые вы хотите. Пеппа, Джордж, выбирайте, какую хотите игрушку. Спасибо, папочка. Ну вот, папочка, мы уже выбрали. Пеппа, Джордж, какие большие игрушки. Куда же мы их поместим? О, папа свин, ничего страшного. У нас работает доставка. Мы все сможем доставить вам. О, это хорошо. Динозавр. О, Джордж, какой большой динозавр. Такого у тебя еще нету. Пеппа, а зачем тебе скутер? Папочка, я буду кататься на нем по нашему озеру. Хорошо. Хорошо, мисс Крольчиха. Тогда мы покупаем эти игрушки. И заказываем доставку. Хорошо, папа свин. Спасибо вам большое, мисс Крольчиха. Не за что, заходите еще. О, обязательно. До свидания. До свидания. Пип-пип. Ну вот, мы уже приехали. Мама свинка, мы дома. О, как замечательно. У меня уже как раз все готово. О, а мы очень проголодались. Да, Пеппа, Джордж? Да, папочка. Хорошо, выходите из машины. Как, ребята, вам понравилось? Вы что-то купили? Где же игрушки? Да, мамочка, нам очень понравилось. Сейчас игрушки нам привезут. Как привезут? А почему вы их сразу не взяли? О, мама-свинка, это сюрприз. Сейчас сама все увидишь. Ничего себе, а что же там за сюрприз? Папочка, а долго ждать доставку? Нет, папа, сейчас должна быть. Пип, доставка. Выгружаем. Разгрузка закончена. Пеппа, Джордж, ну какие они большие, куда мы их поставим, что это такое? Мама-свинка, ты забыла, что у нас теперь есть большой гараж. О, папа-свин, действительно забыла. Спасибо, папа и мамочка, за чудесные игрушки, нам очень понравилось. Динозавр,